Приветствую вас на канале Asmodayplay. Так. Прошу вашего внимания, джентльмены. Сегодня мы видим здесь несколько новых лиц, поэтому играем в Call of Duty. Пока я ввожу их в курс дела. Давайте. Эскадрилье номер 9 была оказана сомнительная честь проверки новых тяжелых бомбардировщиков Янки Б-17. Мы называем эту машину «Крепость-1». За последние несколько месяцев мы проводили бомбардировки северо-восточной Европы с большой высоты. Такие задания намного опаснее, чем те, в которых вас использовали. За каналом вас уже не будут сопровождать истребители. Вы полетите среди бела дня, поэтому там, наверху, оставайтесь бдительными. Сегодня нашей целью является комплекс тяжелой промышленности в окрестностях Роттердама. Это будет короткий бой. Но вы пролетите над несколькими поясами тяжелых зенитных орудий, а также весьма деятельными аэродромами Люфтваффе. Господи, ничего, на самолет он управляет. Серьезное сопротивление. Возможно, 109-е, быстрые и смертоносные. Держитесь в строю. Доставьте свои бомбы и в целости и сохранности вернитесь домой. Когда вы вернетесь, обещаю всем выпивку за мой счет. Хорошо. Обещанного 3 года жду, да? 2 сентября 1941 год. Средь бела дня. Это же просто глупость. Ну ладно. Где-то над английским каналом. Наши координаты и состояние. Капитан, скоро мы будем над берегом. Здесь Симмонс натыкался на тяжелые зенитки. Дуэлл, держись здесь, свою верхнюю турель. Ты знаешь, как достает, капитан. Дуэлл, кончай ныть и займи свое место в верхней. Как? Где? Как я заеду? А, там. Хорошо. Вот я здесь. А у всех такие? Вот на верхний, нижний. Теперь, когда наш верхний стрелок оказался столь великодушен, чтобы присоединиться к нам, мы можем проверить вооружение. Прием. Левая сторона, все есть. Правая сторона готова. Сферическая дуэль. Чертовски неудобно. Он сидит, скрестив ноги, надеется, что это поможет ему выжить. Мостовой стрелок Зенитка, готов. Держись! Давай. Над зенитками. Собьет нас нахрен. Проблема-то в чем? Да нифига. Ты хотел большего, капитан? Смотри. Ты это получил. На. Верти только что попали. Вот он падает. Падает. Падают листья. Эскадрилья, говорит Энди. Один из наших самолетов падает. Ну как падает? Упал уже. К ангелам 2-9. Сохраните строй, парни. Сейчас мы приближаемся к берегу, капитан. Вот она, Голландия! Никогда здесь не был, хотя однажды... Голландия, зачем нам Голландия? Ух ты! И как она? Здесь будет дело, парни, приготовьтесь. Мы летим над целью. Мистер Шмидты! 11 часов и выше! Пулеметчикам открыть огонь! Так. Надо как-то... Расстреливай! Если вы на 12 часов и выше... Так... Пока только один... Вот на Денди есть подобная игра такая... Дуэлл, смотри, это был один из наших! Туда! Так. Запишите одного на меня. Есть, вроде как подбили. Дуэлл, у нас бандиты на 6 часов. Еще больше на 6 часов! Где там? Хвост. Тихо. Запишите одного на меня.
Так. На опережение. А как ты? Весеры на 12 часов и выше. Есть! Тихо, да не трясись ты так. Тоже на воздушную яму. Камикадзе, камикадзе. Быть не может. Быть не может. Они на 6 часов! Они на 6 часов! Слишком много! Ангус убит! По стене нужен пулеметчик! Дойл, иди назад и займи место за хвостовым пулеметом! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Отойдите! Что за цели у вас такие? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще бандиты на 6 часов! Где? Чем бандиты? Нацисты, в принципе. Сколько вас надо сбить-то на прохождение? Куда? Налево бежать теперь? Хорошо, идем, парни. Это остатки этой волны. Оставайтесь на чеку, нам нужно пройти долгий путь. Ой-ой-ой-ой, долгий путь. А, это мои крестики, это сколько я насбивал, что ли? Какая прелесть. Эдди, это лидер бульдогов, вы меня слышите? Прием! Говори. Лидер бульдогов, это Эдди. Слышу вас хорошо и чисто. Прием. У нас мало горючего, нужно возвращаться домой. Удачи! Прием! Понял, лидер бульдогов. Чертовски хорошо сработано. Конец связи. Ладно, это было наше истребительное прикрытие. Похоже, что теперь мы сами по себе. Понятненько. Не поднимайте головы, парни! Я вообще прижался к земле практически. Как фюзеляжу, или как он правильно? К полу, ладно. Все на мне. Где я должен? Так, быстрее найдите, отключите. Вот он. Сферическая дурель, ваше состояние. Мое проклятое состояние? Чтоб я сдох. Они повсюду, капитан. Мы с вами все чертовы. Давай. Где тут еще? Хвост в гриву, где? Дойл, смотри, куда палишь, это один из наших.
Я-то думал, это не наши. Так что мне это можно. Так, вот одной рукой чай пьем, другой с немцами воюем. Откуда? Как я вас должен бить-то? Верхней турели. Не так. У меня обзор маленький. Последний, наверное, да, надо сбить для полного удовлетворения. О! Ну, смотри-ка, они продолжают еще. Отличная стрельба. Отлично. Отлично. Сам доволен результатом. Сколько их насобирать-то надо? Ни один самолет такого не выдержит. Где?
Ладно, в следующий раз будешь пролетать, добью пазму. Дойл, продолжай двигаться! Они наступают отовсюду! Эй! Да чё это? 9 часов! Где? Где они? Туда вам и дорога, принцы! Запишите одного на меня! Ну где вы? Вот в упор не вижу, вижу, что идет. Кого вы там стреляете? Вот в кого ты там стреляешь? Козёл. За самолет такой. О, уже должен развалиться будет от порыва ветра. Защитите. Вон там вот вроде кто-то есть. Если это, конечно, не плод моего воображения. Где еще? Что, никого нету, что ли? Ни хрена себе. Сколько мне лететь еще на этом самолете? Чуть не попали. Пилот бомбардирует. Управление переходит к вам. Ясно. Ну. Двери бомболюков заело. Дойл, нам нужно, чтобы ты их открыл. Воспользуйся рычагом ручного сброса. Давай. Где бомболюк? А где он, рычаг-то? Двери бомболюков заело. Дойл, нам нужно, чтобы ты их открыл. Воспользуйся рычагом ручного сброса. Где рычаг? Где-то здесь. Двери бомболюков заело. Дойл, вот нам нужно, чтобы ты их открыл. Воспользуйся рычагом ручного сброса. Да тихо ты. Этот рычаг хрен найдешь. Крутишь. Левее. Фух. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Полетали.